Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, с их автобиографией. Анджело Морбелли, итальянский художник в стиле дивизионизма. Это стиль в неоимпрессионистской живописи, определяемым разделением цветов на отдельные точки или пятна, которые оптически взаимодействуют. Родился в 1853 году в Александрии. Грант городского совета Александрии позволил Морбелли поступить в Академию изящных искусств Брера в Милане в 1867 году. Я пользуюсь Википедией переводной, данных не очень много. Он был награжден премией Фумагалли на выставке Брера в 1883 года за работу, которая называется «За последние дни». Находится сейчас в Милане, музее современного искусства. А также золотой медали на Парижской всемирной выставке в 1089 году. Эта работа положила начало серии картин, посвященных дому престарелых. Пио Альберго Тривульцио. Этот дом престарелых по сей день действует. Он был построен в 1966 году в Милане. Герой его картины – уставшие несчастные старики из приюта, крестьяне, согнувшиеся над полями риса. Живописные полотна Морбелли состоят из множества тонких длинных мазков, выполненных несколькими повторяющимися цветами. И если у французских пуантилистов яркость красок предельно насыщенная и светлая, картины Морбелли, написанные раздельными мазками, мерцают теплым, приглушенным светом. Одну из самых передовых техник он использует для воплощения передовых взглядов. Отыскивает социальных изгоев, на два года оборудует студию в хосписе с нищими стариками, наблюдает за изнурительной работой крестьян. Умер Анджело Морбелли в Милане в 1919 году. Вот такие небольшие данные о итальянском художнике, который работал в стиле дивизионизма, Анджело Морбелли. Пока-пока, до свидания.